Да, не очень красиво, конечно, но все же. Итак, всем привет, с вами АПЛ Первый, и это, конечно, запоздало, но все же обзор на новый снапшот Майнкрафта 12v49a. Фух, давно как я уже в Майнкрафт вообще не играл, и даже забыл о том, что снапшоты выходят. Просто случайно попалась новость об этом. В четверг смотрел, кстати. И тут, бац, на следующий день он, оказывается, вышел. И только в субботу я узнал о том, что он вышел. Блин, и только сейчас начал делать. В общем, как вы могли заметить, добавили вот такие вот ракеты. Хотя что-то они пока без звука. Жаль, конечно. Было бы неплохо, если бы каким-то звуком они взрывались. Вот. Собственно говоря, это пока был лайм. С лаймовым красителем. Давайте какую-нибудь другую ракету сделаем. Заодно покажу крафт. Так, давайте что-нибудь такое красивенькое выберем. Пускай красное будет. Итак, чтобы скрафтить ракету, нам понадобится три элемента. Звездочка, бумага и порох. Звездочка — это также новый элемент. Вот. И крафтится звездочка следующим образом. Вот так она выглядит. Не покрашенная. Чтоб не лагать. Так. Вот так вот мы ставим и получаем, вот, допустим, красную. Так, красители, не знаю, смешивать можно, нельзя, но сейчас мы это попробуем сделать. Так, давайте. Хотя вроде там какой-то баг присутствует. Тихо, тихо, вот так. Да, красители можно смешивать, это круто. Так, можно получать больше цветов. Допустим, какой же нам скрафтить? Ну, пускай какой-нибудь будет такой золотистый, что ли. Достаточно один порох. Так, так. Порох и... Так, такой. И получаем... О, йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, ред. Итак, чтобы скрафтить вот это чудо... Алмаз. Чтобы, в общем, это скрафтить это чудо, нам понадобится сама вот эта звездочка, которую мы скрафтили, бумага и порох. Да, порох. Вот. И, собственно, вот говоря, готово. Звездочка, ракета. White Duration. Это высота, на которой взлетает. Вот, как видите, да? Смотря какие цвета используются, то есть можно сделать разноцветные фейерверки. Они не смешиваются именно, разноцветные делаются. Так, что сейчас я, собственно, сделаю? Так, давайте-ка. Значит, у нас есть оранжевый, красный. Давайте сделаем какой-нибудь красивенький такой фейерверк. Так, зеленый, черный, такой, пускай будет. Так, теперь порох и пиу. Пиу, 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 пиу и пиу. Так, вот мы получили это чудо. И можно его, конечно же, перекрашивать. Так, почему-то здесь small wall написано. Еще как-то в этом не вникал. И еще flight duration 1. Возможно, как-то это даже невозможно, наверняка это можно увеличить, только я не знаю еще каким образом. Так, значит, бумага. Вот, мы даже уже можем получить ракету. А если так, то мы уже получим. Давайте-ка нашу ракету протестируем в Game Mode 0, то есть в режиме выживания. Так, лучше это делать ночью, так... Как это... А, да, таймсет. Пускай 18. И пошла. Пи, вон, красотища даже. Да, эта ракета все же теряется. Однако, мы можем просто ракету скрафтить. Значит, берем вот так и вот так. Получается ракета, но без фейерверка, как видите, да? Вот, мне вот интересно, как мне увеличить-то дальность ее полета? Так. Возможно, как-то так. Так, давайте-ка перекрасим нашу звездочку.
Пекли перекрасить. Она же перекрашивалась. Ладно, не важно. Сейчас мы во все цвета покрасим ее. Разноцветные такие. Так и там, так. Есть. Так, порох, бумага. Вон, пофиг. Quiet duration. Ага, вот. С помощью пороха мы можем увеличивать и дальность полета. А. Так, чтобы увеличить взрыв, возможно, нам надо сделать больше таких вот. Так, ну сейчас я сделаю различные цвета. Так, здесь пускай будет какой-нибудь лаймовый цвет. Еще давайте. Зеленый. Такой. Ну, достаточно для теста, я думаю, будет. Так, порох. Бумага. Раз, два, три. Вот, wide duration, small ball, small ball, small ball. Побольше, как их сделать. Так, если я бумагу... Не, бумага уже все. Ага, значит, только по вертикали нам доступно. Так, ну давайте протестируем нашу ракетку. Пиу! Как она улетела. Пиу! На, высоковато. И даже не особо видно было. Вот. Такие вот дела. Ну, что-то я слишком сильно увлекся этой ракетой. И, наверное, уже большую часть времени обзора потратил именно на это. Итак, собственно говоря, помимо этого еще есть нововведение. Так, давайте-ка я все это уберу. Не уберешь так никак. Так, значит, помимо этого была добавлена такая вот зачаровательная книжечка. Она не крафтится вроде как, ее можно найти только в сокровищницах. Но эта книжка позволяет нам сохранять то, что зачаровано. Как бы так. Сейчас давайте поищем. Вот тут дофиг. И тут я посмотрю. Вот где это было. О, смотрите-ка. Целая куча этих книжек зачарованных. И да. Круто. И чтобы вот допустим... Вот, в общем, книга позволяет сохранять зачаровывание. Только где исходная, то есть пустая книжка, что-то я не нахожу. Я не думаю, что из простой книги, конечно, это можно сделать. Но можем попробовать, конечно, протестировать это дельце. Ага, вот. Значит, из простой книги это делается. Значит, даже не только в сокровищницах их можно найти, но и вообще просто сделать свою. Главное иметь уровень. Итак, давайте-ка на что-нибудь зачаруем книжку. Так, нам понадобятся блоки. Так, блоки. Так, и какое-нибудь свободненькое такое местечко. Блин, не лагай. А пускай даже здесь будет. Так, чисто посередине. Так, и вот так. Так, и давайте-ка зачаруем нашу книжку. 30-й левел. Вот прочность, допустим. Давайте несколько сделаем зачаровок, чтобы, в общем-то, показать вам все поподробнее. Так, 30-й эффективность. Потом отдача. Сила. Ну, хватит, думаю, нам этих образцов. Итак, чтобы зачаровать предмет этой книгой, то есть эта книга хранит просто в себе чары. Но чтобы зачаровать эту, ну, в
любую вещь, вот, например, меч, нам необходима наковальня. То есть мы берем наковальню, ставим, например, меч наш, и вот, допустим, вот. И получается у нас зачарованный меч с силой 4, то есть с тем, на что была зачарована книга. Но, насколько я знаю, присутствует такой баг. Может зачаровывать любые вещи абсолютно. Вот, давайте возьмем, я даже не знаю, что взять такое. Давайте книжку возьмем. Вот я поставил ее тут. Смотрите. Книга зачарована на эффективность 3. Вот давайте даже на отдачу 2. Пожалуйста. Вот такой очень-таки прикольный баг. Ведь можно зачаровать абсолютно любые вещи. И они, конечно, бесконечные. Но порой это даже очень прикольно было. Потому что в одной карте я видел, как зачарована была бумага на урон, по-моему. Да, вот обыкновенная бумажка, но в тот момент еще так нельзя было зачаровывать. Но лучше пусть они оставят такой баг. Ну, хотя бы в творчестве можно было, чтобы зачаровывать такие вещи. Итак, чтобы протестировать чудо этой книги, нам понадобится какой-нибудь нубский монстр, пускай зомбяк. Вот, как он улетает! А-ка, иди сюда, зомбяра! Да, конечно, урона не сильно наносит. Ай, бешеный лаг. Но в любом случае, очень даже отталкивает. Вот. Так. Вроде из предметов больше ничего, но в общем-то, это апдейт снапшота, то есть готовится к новогоднему обновлению. То есть, фейерверки. В общем-то, скоро будет действительно Новый год. Вот, даже в Майнкрафте. Конечно, планировалось вначале сделать обновление 1.5, а именно связанное с редстоунами, но так как Новый год, разработчики решили сделать вот так вот, выпустить обновление 1.4.6, к сожалению, конечно, на 1.4.2, 3.4 и 5 я не делал обзоры, потому что изменений там не очень, и, честно говоря, я как-то даже забил на Майнкрафт. Вот, даже когда я обещал еще сделать обзоры. Блин, не обзоры, а игровые будни продолжать. Честно говоря, забил, у меня нет настроения играть в него. Вот, собственно говоря, еще помимо этого добавили две новые опции. Options TXTF. Мы можем задать стандартное разрешение для игры. Но, честно говоря, я ожидал большего от этого. Я думал, что будет все покруче, то есть я хотел, чтобы вот каждый раз я не переключался в HD разрешение на рабочем столе, чтобы мне снимать в HD. Однако же, это ж полный облом, и приходится все равно менять. Это видноконное разрешение, а вот в полноэкраном пока еще нет. Не сделали. Но лучше бы сделали. Это было бы намного круче, честно говоря. Меня разработчики этим очень разочаровали. Где вы, блин? А ну-ка нормально сделайте все это. Вот. С нововведениями вроде в принципе все. Ничего особого такого больше нету. Эти фейерверки. Кажется, это взято из какого-то мода, потому что я где-то видел еще до вот снапшота, до очень давно. Скорее всего, это взято из мода, но в любом случае фейерверки это круто. Вот. Также исправили команду Enchant, это команда зачаровки, если кто не знал. Честно говоря, сам тоже не знал. Потому что я вообще предыдущее обновление ставил, только 1.4 и ставил. Ну, может, максимум 2. И все. Вот. А вот 5-е обновление, 4-е я не ставил. Поэтому про Enchant я ничего не знаю. Там еще пара каких-то очень мелких исправлений, естественно, я их не запомнил, раз они мелкие. И появились какие-то баги. Баги с в Linux, с коннектом в локальные сервера. Баг с зачаровкой через книгу, я уже его показывал. И еще баг с фейерверками. Честно говоря, я не понял, как этот баг вообще работает. Поэтому я даже объяснить не могу, что это за баг такой.
Вот, собственно говоря, пока что все на этом. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, надеюсь, вам понравилось. Вот бы сейчас тут снег. Всего хорошего и пока-пока-пока.